В общем, Пашка, давай еще порубим. И мы рубим. Да, Пашка? Ты же сейчас так не собираешься? А тут еще есть допинга чуть-чуть. Мне тоже не то осталось, там что-то около литра. Ну, чуть поболее, ну да, около полтора, ну, даже меньше. Ну так, ну больше литра, так скажем, допинга. О, в Европе. Нагибать будем сейчас. Нагибать бутылку, блять, мне что-то увеличить. Но, блядь, радует, что, сука, тут все-таки 5, ну, сука, вот команда 5 человек. Ну, если у тебя взвод из 2 человек, то максимум 3 дауна. А не, сука, 20, там, 8. Блядь, уже один пячик. Чего один пячик? Кого? Не понял тебя еще раз. Один. Ну, я вот сегодня, как начал играть, еще ни один ящик не открыл. Может, открыл. Не знаю. Ну, точнее, не помню. Но уже вот один из ящиков накопил. О, смотри. Я говорю, вот реально, вот так частенько бывает. Три арматы, два драка. Пахабер. Пахабар. Нет, пахабер. Блять, я же вижу пахабара. Пахабар. Я вижу пахабер. Пахабер. Ты вообще должен, Паша, ты должен видеть, как бы, блять, ну, сквозь пальцы. Паха в бар. То есть намек, ты понял? Нет, нет. Ну как нет, блин, Паша? Вот был бы я Паша, я бы сразу понял. Ну ладно, пахабер так пахабер. А че ты такой беленький? Я беленький. Я стираюсь. Я потому что я стираюсь с вами. Тайтель кипячения. Слышь, ну а я тогда что такой черный? Просто ты нигер! Ты нигер, бро! Что-то я... А, ну это леопард точно. Он на меня смотрит, сука, он мне сейчас стрельнет. На, сейчас вот так сделаем. И-ха! Не, вот, сука, вот смотри, он вообще... Ой, ты чё? Съеду. Да, блядь, терминатор, я тут не ожидал его увидеть. А. Сучара. Чё, терминатор, я тут не ожидал. Стрел не умеете? Какого барабана всадили, прикинь, он не сломался. Так, нормально? Ту-ту-ту-ту-ту. Не на КД?
Ой, бля, не вон. Косарь, ну прикинь, я хочу такое лифо. Прикинь, вот тут. Драка такая лифа в косарь. С пульки. Не, ну армат, это армат, хуй ты хотел. У тебя скорострельность больше, но пробитие и урон меньше. Ай, сука. Пизда. Сука, арта. Ёкарный бабай. Капец, 7 патронов. Бар этот, блядь. Короче, я сам выделил, сам убил. Вот так. Какой молодец. Красавчик. Блядь, хуй творишь-то, ёпта. Помогите, блять, я тут один оказывается. Я же не знаю. Ой, ебать, по снегу, прикинь, она как тут заносит машину. Бля, поеду-ка. А, их там двое, ладно, хуй не справится. Бля, издали стрелять, это пиздец, себя не уважает. Так, поеду я вон ту еще точку расхуячу. О, блядь, мне бы помощь? Ну ладно. Ну иди, ладно. Поеду. Да сейчас тут будет ОБТшки по-любому. Еду, стой, тормози, еду. Ай, лошара, еще и стреляю в молоко, блядь. Ай, вокруг обойду. Сзади. Ой, ты, ё-моё, прикинь, плюнул огрызок от семечки в кружку себе прям. Ну, паха, ну как ты так-то? Чё, на тебя согрели? Помогай. Я на КД. А, блядь. Ехал! А чё за хуйня там, блядь, в натуре? Почему я его разрушить не могу? Так, ну всё убили. С третьей пульки разрушил. О, там не всё убили, прикинь. А где ещё огневая точка? Едем назад. Прям рядом с тобой еще огневая точка. Ой, ёпта. Я еду. Я стою и не двигаюсь нахуй. Пизду, поехали назад туда, медленно. Ибо я ебал в лобовуху. Нормально.
Эй, что за хуйня? Паша, АП. Верим. Не с теми надо расхуяриться. Ну поехали, поехали. Все, давай, брат, на ХД. Так, у меня ремки нету. У меня есть. О, бля, 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 бля. Ну нихуя ты, блядь, помог. Да меня тут терминатор хуярит. Хули, блядь. Бля, ебанка, нахуя. Прикинь, я на КД взял, поставил. Сука, все скидал. Я на КД. Я тоже. Я решил, я что так, я тоже. Я такой выезжаю, думаю, сейчас, короче, ты возьмешь там по кому-нибудь плюхнешь, да я по второму, короче, бахну и разберем их. А тут, блядь, хуя оба по мне скидываются, я, короче, да. Одному уже. Я выезжаю такой, засвечивается ЛТшка, по-моему, и армата. Ой, это, блядь, кто она? Скажи мне тебе. И терминатор. Я пока ту хуйню хуярил чуть-чуть, думаю, ну сейчас сходу и дам, блядь. Терминатор меня как, давай хуярить, я заднюю, вжик. Ну ебать, ебать, ну и нахуй. Это пятница. Что-то быстро опять закончили. Нормально. Это же боец. Не, на ветеран вдвоем идти это дебилизм. Угу. О, платим далее. Три войска сольются и все, и пиздец. Как правило. Не, бывало, блядь, да, в натуре, блядь. Играешь там с левыми, на ветеране, и просто охуеваешь над ними, блядь. О, платиновый контейнер дали. Но, а бывает наоборот, блядь. Сколько у тебя? Уже 8%. О-хо! У меня уже 41%. Уятый. Не, ну я и свободный опыт как бы сюда кидаю. А я нет. Не, я, бля, это... Десяточку хочу тоже выкачить. Ну, чтобы хотя бы лицензию взять. Уже и потом не париться. Бабло накопил, взял, че кого. Не, базара нет, базара, да. Нет, я буду, я копить, буду копить, но... Я что-то не хочу этого. Кто он там? Сфинкса. О, я думаю, не, может, я может что-то еще будет. А, ты сразу брать не будешь, ты подумаешь. Вдруг что добавят? В том плане. Ну пока я выкачу. Сейчас вот пока еще качаем, туда все. Мало ли, может еще какой-то патч выйдет и что-то еще ебануть туда. Хуза, не знает. Ну сука, это армату надо выкачивать, это 100 пудово. Альфа под полторашку, блять, это лютая тема.
Ну, говорю, ну, по крайней мере, блядь, на тестовой, пока мы катались, сука, мне нравилось. Крейзер, конечно, мы с ним потом ездили, он говорил, блядь. А тестовая и это, говорит, это разные вещи, говорит, абсолютно. Ну, все равно, блядь. Я хочу, и все. Он как, ну, хули, ребенок, да. Моя, я хочу. Арак уничтожен. Ага. Кто-то хуярит. И не подец, не блядь. А, бля, по мне кидают. Арта? Где МакАДМ? Эти все вообще в ахуе, походу, а? Это не дают пострелять даже. Здесь, кстати, все захватывать надо. Че, не захватим, что ли? Захватим, но надо захватить, а то мы было раз дело просрали, не захватили. Да ладно. Да, просто команда ебана попалась. А где он, кто пропал? Я дым пустил. Ну вот и дым пустил. Сарана, я арта. Это ты без дымов, я дым пустил. А я же его светил-то. Ну, а я же с другой стороны. Угу. А, кто светил, тот и рулит, да, короче. Ну, кто дым пускает, тот и рулит. Эй, сучара! Не думали, что же, а? Да срана арта, ёптить её, блядь. Поехали эту хуйню распуярим квадратик на F8. Блин, тут сейчас просто внизу так столько плюшек будет. Хуй с ним, поехали. Плюшек, ты думаешь, они настреляют, блядь? Плюшки. О, а плюшки-то с другой стороны, ты посмотри. Сука. Угу. Ты прикинь, что, короче, сегодня прикол увидал, короче. Мы, ну, мне Юлька подарила мышку эту уже за 1,5 косаря. Блади, один. А точно такую же, короче, сегодня в Эльдорадо за 3 косаря увидел, прикинь. За треху? Да. Да, ну, вроде. Да я сам охуел. Ну, сука, бляди. Ну, в смысле, бляди, они же, да, так, бляди. По-английски. Ну да, бляди. Не, ну это Fortech. Ну и если честно, нихуя их там, Паша, ну и пизду эти квадратики. Поехали. Посмотри. Да, тут еще и надо это. Опа. Петя, помогай. Паха, рвем нахуй когти туда. Это пиздец, они всосали нахуй. Они сейчас сосут, блять, надо за три минуты захватить еще. Это паника, блять. Да, они там вообще охуели, походу. Опять.
Ну а где спасибо? Блять, один сдох. Что, захватить захватили, да? Что за ебись? Блять, а почему мы... А, я понял, чё к чему, почему не срабатывает этот... Блюм, 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 блюм. Ну ты понял, захват. Я про захват. Далеко, да? Нет, недалеко, а то, что не ты за это засветил аппарат. Да без разницы, Паш. Да? Да, тут без разницы. Просто вот, блядь, он есть, все. Бери на силу. О, заярка. Ой, бля. И не только. Оба-на, нихуя, я в своей внутренности увидел. Да ладно. Блять, один патрон не хватило. Рикошетнуло, ебаный, от арты. Что-то я не могу его, эту хуйню выцепить. Прикинь, вот, вот, нет цели, прикинь. А чё я за... Нет цели, я стою. Вот она впритык стояла, я нажимал на неё, она, короче, нет цели, говорит. Паша, маленький перерывчик. Необходим. Я тоже... Нет, я отойду. Да я тебе отойду, блин. На 5 сек надо отойти. Я тоже сиди и терпи. Да ладно. Ну да. Thank you.
Перерывчик небольшой, превратился в покурить. Что-то разыгрался прям конкретно. Что-то даже не глянул, что за карта, так просто жмякнул быстрее в бой. И все. О, краб. Что, сука, больше всех нахуярит, смотри. Да, брось. Уж точно больше этой 90 мс, мне кажется. Не имею в виду по опыту. По опыту? Да ну, Паш, ну не факт. Ну да, если мы сейчас, в принципе, возьмем позицию как ПТшки будем играть, тогда да, может быть. Чувак просто будет ехать и светить, это нам тоже в плюс как бы. Тогда да, по опыту он возьмет свое. Ну просто редко, когда кто играет на крабе, и чтобы прям и светил, и дамажил прям, ух. О, куда он поехал? О, пускай. В жопу поехал. Ну пусть. Не, в принципе, нормально он поехал, я не спорю. А, ну мы тут только вдвоем, ёпта. Паша! Ёбаный шашлык! Пиздец! Блять! Да ну нахуй! Ты видел? Я на КД. Я хуею, да как так? Открываю огонь! Это не, кстати, это глюк. Ты сейчас, короче, захватил Т-90, а мне говорит цель вражеский ПТР, прикинь. Да ты чё, сука, не пробиваешься? Обана. Блять, нахуя откуда же? 5 секунд. Полет нормальный. А, ты хуйкнул? Я насрал, Паш. Ебаный шашлык. Что, тебя подразобрали, да? Да пиздец, я все уже, короче, не жилет. Едь позади и все, и нормально, я просто стреляй, блядь. Едь позади и это. Я. Да как не пробил-то? Ёпта.
Ох, повезло. Ох! Так держать, Альбаде. А ну может быть, смотри, краб поехал как. Краб сейчас всех светанет потихоньку. А я усложню задачу. Ну куда я на засыну? Ну ты. Паша, держись, ёпта. Заебись. Да ну на. Да, там просто еще пулемет выебет. Вот ты, блядь, подкинул говна, а? Подфартил, да? И ремки нету, да? Да, уже да. кончилось. Так я уже, я же сдох уже, ты че? Нахуй вы на базу наехали, долбоёбы. Только не говорите, что вы её захватывать будете. Нет, в смысле это, что захватывать. Вы прекратите, бля. Ну что за, блядь? Съезжай, смотри, он краба стал пивой. Молодец, молодец, дед. Ты 90 краба вытолкнул. Молодец. Ты 90 респектую. Нихуя себе! Я... Да как? Да ладно. Я в шоке. Паша, мы нубы или что? Я не могу понять. Это карма, карма. Это краб во всем виноват, нахуй. Нет. Я, короче, мало того, что я загорелся, ладно, блядь. Так меня разобрали, я ремку использовал, и меня опять разобрали. Я даже не успел нихуя сделать-то, ёптать. Это чё за пиздос? Тут, не, это 190 МС, что-то лошара какой-то, если честно. Оооо, он что, один выстрел сделал, что ли, блядь? Нихуя понять не могу. 530. И краб. Я хуею, блядь. Краб, ну дрифтер, ёпта. Да 90, хоть молодец, хоть его выталкивает его, ёпта. Ну скатайтесь туда, там, блядь, по-любому арта стоит. Если там нету, то есть на... Наверху там, блядь, на Б-линии. Мне кажется, она там стоит. Вот она, ну, я же говорил. Я же говорил. Да, распорты, по-моему, и не меняли. Молодцы. Ну да. Ну, раньше она резалась в разных местах, то есть если ее там нет, то она по-любому в другом месте. А тут я вот сколько играю, она вот все время именно там, блядь. Ну, в этом патче я имею в виду.
Может глюк, а может как. Да, Паш, блядь, ну это пиздец. Это алкоголь, наверное, да, сказывается? Да, по-любому. Хуйня, воня. Главное, маневры. Угу. Не, блядь, просто что-то мы расслабились. Нас еще и драка обосрала вообще, пиздец. Причем это уровень, это боец. Паш, это боец. А не то, что ты подумал. Не, ну в натуре тебя прям махом разобрали, да? Да вообще, меня раз, прям... я выехал, и меня клоп-клоп-клоп-клоп, и все. И ты видел, как меня разобрали прям? Я только ремку использовал, там выстрел два, и пух, меня нету. Я прям в ахуе такой, да как? Я даже не понял, что тебя разобрали. Я такой катаюсь, да? Чё за хуйня? Смотрю, ты где-то уже вдалеке, ну, то есть в стороне такой едешь. Думаю, блядь. Да кому? Начало боя это было. Что ли? Ну, я про то и говорю, блядь. Только вот начали, я поехал вперед. Вперед. У меня сразу... Это знаешь, что? Это просто, блядь, агрится нахуй на БМП. На ББМ сначала. А уже потом на все остальное. А все остальное это Т-90, который ездит хуй пойми. А когда я, блядь, ездил на ИТ, ты говорил то, что в первую очередь ИТ нахрен убивают. Ну вот если бы с нами была бы ИТ бы, и вот мы едем, я на ББМ и рядом ИТ-шка. Первую бы хуярили бы ИТ-шку, 100 пудово. Потом ББМ-ка. Ну это, блядь, здесь, по крайней мере, так было. Так, на сей раз я нахуй потихонечку поеду. На тобой там. Я засветился. Я тоже. Все, светляка убили. Я на КД. Кто, блядь, дымит? Ты пухнул? Да. Ты перед ним тоже пухнул. Дым для того и нужен, чтобы дымить, ебать. Они сейчас замучили лапки. А бля. Так, я на КД? Не, он туда ломится. Какое место? Он чё, блядь? Так, я, короче, офицера объеду. Так да ну нахуй.
Я пить рыбни на себе не пустил. Ну ты подлец. Че какой? Наехал на базу? Да, Ярмик, сука, наехал на базу. О, не да, да, да. Не ехал аппарат, да? Да, да, да. Да он не то, что не ехал, просто лаг был. Грамотный лаг. Чё, Паш, ты мне, может, поможешь? Да, уже а. Всё. Молодцы. Подвижение сейчас прибудет. Из этой базы... Ты прикинь, да, вот как сложилось? Я написал, ну ты аутист. И он такой пишет, ну против фактов не попрёшь. Ну. А я ему написал, жми тап и посмотри, кто-то есть, блядь. Какое-то дно. Так и есть, блядь. Играл бы нормально, у него, блядь, на любой технике, на какой, блин, бы у тебя, сука, руки. Ты к технике, нахуй, привыкнешь и сможешь играть нормально, нахуй, как я хуй знаю. Ой, дымы мне не понравились. Ты пускаешь дымы. Да, сука, если я дымы не пущу, нахуй, значит, меня засветит и будет хуярить. А я, нахуй, картон. Так что идите, нахуй. Как я пускал дымы, так и буду пускать дымы. Кому не нравится, сосите. Мало того, это мой засвет, я светил. Правильно, дядь Федор, говоришь. Вот. Был бы твой засвет, да... А, кстати, был бы его засвет, он бы его бы и видел дальше. А это был мой засвет. Я тихонечко так... Чё, кого?
спустил дымовую шашечку. Ну, извиняйте, блядь. Вот такой вот я человек, что он поделает. В рот капусту. А он что сделал? Нихуя не сделал, блядь. О, дедушка. Шестьдесят четыре РУС. А кто-то у нас был в клане 64 РУС, да, по-моему? Был какой-то. Был. Это я помню, что такой человек у нас был. Состоял. Ну, надеюсь, тут-то никто не будет обижаться, блядь, на дымы. Или на то, что я, блядь, сразу. Или на то, что и мы у кого-нибудь что-нибудь заберем. Например, фрага, блядь. Ну, если мы с тобой сразу сейчас назад ебанем, по-любому. Давай, я не знаю, сейчас посмотрим. Если все похуярят назад, тогда я ебану вперед. Если... Один только. Все, назад едем. Пизду. Ну их нахуй. А, нет, не один. Двое. Только мы. Только как только мы? Только мы. Паша, помоги, вот, зайдись. Блять, как... куда его вот стрелять, а, суку? Прямо стоит, куда его стрелять? Попробую обойду. Сука. Он пидорас. Так, дал немножко на кап. Блять, ошибка нужен. Так, давай я сейчас дам. Еха! О, блядь, сука, на КБ я вышел. Я на КД. Ну вам, люди, вперед. Ой. Там там нахуй. Где-то обрубил. Ну блядь, где? В городе он хуярит. Видишь? Так он ёжик в тумане. Выезжать. Дал. Сука. Мне одно интересно. А, вон кто парень. Ну чё за сука палит-то меня? А там вон он ещё.
Да ну нахуй, как? Сука, сам Бог велел вот тут ехать. Рикошет не пробили. Да пиздец! Капец, а быстро качаю. Я лошара. Вот тут я не спорю. Тут я сыграл как лох. Я выехал и... Я пошел на нервах покурю. Давай, давай. Че, без ремки? Да я ремку уже использовал. Блять, я еще нет, прикинь. Вот я лошара, да? Ладно, пойду курну. А ты тащи, хули! Ты на меня не смотри, ты должен
Удерживайте мост. Не пропускайте подкрепление противника, или мы потеряем город. Паш, только один вопрос. Как ты мог? Это был вообще пиздец полный. Я, короче, как живой попёрся нахуй на Т-90. Просто сейчас пацаны играют и думают, какие мы психонуды. Но мы же не такие, Паша. Или все-таки мы такие? Ой, а зачем он бортом-то танкует? Ёптить, блядь. Это прям вот обер-солдата. Блядь. Сука, танкует бортом. Друг, это же не картоха. Здесь так не протанкуешь. Ну да ладно. Здесь лбом танковать можно. Лбом. Высунул чуть-чуть морду под углом, танканул. Борт поставил, блядь. Это я хуй знаю. Ну, борт ставишь, да, под острый, ну, надо очень острый угол, чтобы, блядь, на туре рикошет был. А иначе... Альфа-1, прием! Отступайте скорее! Да ну нахуй, мы просрали? Пиздец, Паша, как? Все, у меня депресняк. Ха. Как, ебаный, сука, насос? Так получилось. Не, ну это реально, это какой-то, блять, это армата, это не World of Tanks. Здесь, блять, нахуй выехал, блять, выстрелил там, блять, и все. Тут, ебать, нахуй, даже я не знаю, тут просто вот обижаться, допустим, на фраги, да, что там забрал фраг кто-то у кого-то. Да нахуй, если, блять, ну, этот танк не, ты не убил, значит, он, сука, убьет тебя, блядь. Ну, либо союзник. Ёптить, я вообще... Ой. Мне стыдно за этот бой. Ты это видишь? Паша, скажи что-нибудь. Только не говори, что я, ну, и так далее. Паша, ты меня пугаешь. Паша, скажи что-нибудь. Скажи. Я слышу меня? Во, я слышу. Блять, РРК гликнула, походу. Я уже думал, у меня РК глюкнул, уже хотел перезаходить сам. Не, я это тебя слышал. Нормально все. Нормально все. Не, ну это реально, блядь. Это... Тут, блядь, когда на тебя обижается, что ты фраг забрал, блядь. Да сука, нахуй. Как нас нахуй разбирают, блядь. Это, ну это пиздец, блядь. Но у БТ можно насветить нахуй больше, чем на ББМке, ебать. Просто выехал, блядь, вперед туда, уломился. От тебя, сука, от лба рикошетят, ёпт.
твою мать. Нет нахуй. На передовую идет ББМ-ка. Это вот эта Картохина болезнь. О, холхолкнули. Ук-уа. Да, господи. Что над больными? Издеваться, смеяться. Посмотрим, посмотрим. Может, человек в адеквате. Ну, именно, ну как в адеквате? Я хохол и адекват, это... Да. Это редкость. О, да это вон она какая карта. Фрэнк у нас сюда. Пока еще не подключился. Ну, ёпта. Ну, Вовка, если честно, если Вовка. Зараза еще так, какой свет не видел. Пиздец, блядь. Два снаряда вообще хуй откуда улетели, прикинь? О, это лаг был, это лаг, у меня тоже лаганул. Что-то какой-то голос непонятный я слышу. Жесть, я поиграл. Блядь, охуеть, как? Это термик выехал, короче, в жопу, да и все. Это Володя виноват. По-любому, вот он, вот дух Володи, короче, пришел. По термике. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Т-90МС АФК. Пиздец мне. А ты не едь куда попало, Паша. Да где я не еду куда попало, я вообще стою на базе. Вот, смотри где я стою. Подальше нахуй это всех. Хули на передовую ломиться, блядь, с таким картоном. Я всегда тут стоял, и никогда меня никто не трогал. Это было когда-то давно, Паш. Нихуя, у меня сейчас все дергало, все пиздец как было. Что за нахуй? Да ну нахуй, да ну как так, блядь? Нет вообще какой-то. Они уже рядом. НПА вызвало подкрепление. Yeah.
За твою дивизию нахуй. Ай, блядь. Ай-яй-яй, пизда мне. Ёпта! Хуя, ты же мыкался. Была бы это реально машина, ты бы жизнь все расхлестал. Да как, сука, отсюда я не могу выйти? Права-то не купил, ёбану. Право выезжай. Я не могу. Право выезжай, ага. Откуда права-то нахуй? Я бы. Пизда. Да ладно. Но я на КД. Мимо просто проезжал. Он просто мимо проезжал. Я на КД. Это пиздец. Сука. Ну посмотрим, как Хохоу играет. Так, Хохоу. Да не, Хохоу нормально играет, чё. Чё говорить. Ну, по крайней мере. Он дох уже один раз. Да, понимаешь, Хохоу на Т-14 армате играет. Это вообще нонсенс. Поэтому я думаю, этот парень, несмотря на то, что он хоу-хоу. Ты прикинь, он сейчас в жопу терминатору стреляет. Я видел. Абрамса. Да, Абрамса, да. Блядь, он чем стреляет, что я ничего понять не могу. Фугас, наверное. Он реально два раза не пробил. Вот. Он по 700. Слышь, чё 700? Это чё за дамаг, смотри? Он стоковый, что ли? Ну, по обходу. Или это просто это... 400. Фугаса.
Он фугасами. Угодал, угодал. Блять, кап. Ну вот куда это вот? На 400. Ты 400 только косарь. Что за хуйня вообще? Да он между капулями, наверное, да. Между этими мопсами хуярит. Да ты победил. Да 400, блядь, нормально. Это что-то, блядь. Это может быть, блядь, натуре, она стоковая армата просто, и это. Ну, блядь, я хуй знаю, ну 400. Я играл на, допустим, на тестовый. Косарь. Да хуй с ним, 800 ты выбиваешь. Ну, блядь. Максимум полторашка, да, то есть у меня была. Косарь, блядь, выбивал на армате, а тут, блядь, 400, 300, блядь, это что за урон-то? Да я, блядь, нахуй с пулемета хуярил. 400, 300. А тут топовый 10 уровень, разве его надо еще усовершенствовать? Да, это не как в картошке. Тут его надо вкачивать 10 уровень. Ну вот это вот, если честно, да, порадовало. Картухи, 10 ты взял, все, она топовая техника сразу. Ну там, кроме Е100, да, по-моему? В Е100 там пушку надо прокачивать. А тут полностью сам. Уху, ББки. Там, блядь. Ну, сток есть сток. Не, ну я за него все равно болел. Пускай он и укр великий. Нормально сыграл. Да не спорю. Пацан сыграл. Ну, все равно он зачет какие-то что-то не так и оставили нетронуто. А нахуй затрагивает. Возможно, на супер максималках они выглядят лучше. Не, точно так же выглядит. Не. Я оставился на максимум. Вчера же играли. Я оставил на всю. Это у меня на максимум хуй поставишь. Хотя, блять, вот меня расстраивает, да, такой маленький факт. Маленькая такая хуйня, что пропали капли, когда идет дождь с экрана. Вот это прям. Было, согласись, красиво. Не, а я хуеваю. Я просто не пойму, что за хуйня. У нас вот они не капают, эти капли не падают. А блять, у хуиндрынков этих на стримах них капают. Разработчики, когда вот, ну точнее работники вот хуярят стримы, у них они все капают, все заебись. Ну я паш тогда хуй знает.
честно. Я помню, на ЗБТ играли. Я на минималке ставлю, а у меня что, были максимальные настройки? То я так и оставались. Но у меня ни разу не лагало. На максималках не тормозило, не лагало. Я долго заходил в бой, я долго выходил из боя. Но чтобы, блядь, сука, у меня лагало, такого не было. На максималках, хотя стоял вроде как минимальный уровень, а четкость была ебать колотить нахуй. Я тут, короче, одну хуйню узнал. То, что оказывается NVIDIA, разработчики NVIDIA-вские, они за счет программного обеспечения понижают производительность старых видеокарт. Прикинь? За счет программного обеспечения понижают, повышают. Именно понижают. Покупали новое оборудование. Ну да, может быть. Не факт. Ну правильно. А вирусы кто придумал компьютерные? Вот вирусники. Ага. С какого-то хуя вдруг кому-то захотелось. А я сделаю как вирус, чтобы на говно было всем. Ага, сейчас. Вирусы, которые сжигают материнки. Вирусы, которые сжигают CD-ROM-ы. Вирусы, которые сжигают, нахуй, видеокарты. Сколько я их цеплял, блядь? Сколько раз у меня CD-ROM сгорал, ты бы знал бы только. Сидюшник, я чуть ни разу не сгорал сидюшник. У меня сгорал, причем не один раз. И самое интересное, антивирусник его якобы не видит. Ни Касперский, не, Касперский, кстати, находил, вру. Касперский находил, у меня доктор Веб, по-моему, стоял. Доктор Веб его не видел. Ну нет у тебя вирусов, парень, у тебя все в порядке. Ну, значит, Касперский сделал этот вирус. Пиздец, нахуй. Чё, поиграл уже? Ё-моё. Я уже рему использовал. Я видел. Да какого хуя, куда он съябывает от меня? Ой, я лошара. барабана. Это не предел. Ну да, новая пушка когда будет, я думаю, будет веселее. Да ну, Паш, брось. Абрамса полностью на стоковой пухе разбирал. Полностью. Заезжал в попу. И пах-пах-пах. Сколько там? 2500? Не, ну взад-то этим базара нет. 2500, да, по-моему, у Абрамса. Ну, типа того, да, блядь. А, вон, 2900. 2900 я ему нахуй нахуярил. Стояли его в лоб, блядь, у БТ, что-то там, блядь, танковали, кого-то что-то делали. Заехал такой дядя Федя, блядь, на драка. Попец. И раскидал как надо этого, блядь, Абрамса. Вот это было, блядь.
едет такой Федя. Ага, ага, да? Ага, ага. А ты такой попец. Ну как так, ё-моё, об жопу, рикошет, об жопу. В легкую. Ах ты сука. Не, ну КД. О, наш-то кто заехал? Я тоже заехал. Ухой с ним, пусть сидит там. А хули толку-то? Хуйня по той же коленной чашечке. Нет эффекта. Третий выстрел. Смотри, карта светит, бля. Что-то, сука, хуйня какая-то. Дважды в то же место не могу пробить. Хе-хе. Ладно, Паш. Что? Пойду еще. Пойду еще в контактах полазю. Но играть на сегодня уже. Все, наигрался. Йок. Че, йок? Йок, нет. Йок сил. Йок сил. Йок сил еще играть. Ладно, давай до завтра. Давай, до завтра. Давай, до завтра. Ну пока еще в это, в РК. Да, я тоже пойду, да, пойду. Пошарюсь.